Приветствую, друзья! Со мной тут связались представители компании X2 и объяснили мне, что я абсолютно не прав по поводу их плеера Nano D3. Вы посмотрите, какая коробка! Я раньше, честно говоря, и не замечал, какая она цветная. Посмотрите, реально они не поскупились, добавили. Открываем! Открываем коробку, она открывается красиво, видите же, красиво! Этот плеер надо покупать обязательно. А, смотрите, класс! Прямо аж руки дрожат. Потрясающе, потрясающе. Посмотрите, какой шрифт. Да. Компания X2 объяснила мне, что, ну, что это чуть ли не произведение искусства. Посмотрите, как играет на свету. Играет на свету. Гляньте, ну это шедевр, шедевр. Это iPhone из мира плееров, 20-й iPhone. Посмотрите, какие коробочки. Коробка в черном, белая. То есть дизайнеры работали, подумали. Черное основание внутри, значит, будет белое. Видите, пальчиком вот так вот вынимается. Офигеть. А посмотрите, сколько всего внутри. Вообще, это много, этим можно закидаться просто. Я не понимал, друзья, но мне сказали, действительно, сказали, объяснили, что здесь кодек, который всем цапам-цап, друзья, всем цапам-цап, рок-чип Nano D, звучит он настолько шикарно, что все самые шикарные плееры просто отдыхают. А посмотрите, какой он маленький. Удобный, мощность 250 миллионов, он разрывает буквально наушники на максимальной громкости. Экран 2 дюйма, реально, вот сколько нужно человеку, 2 дюйма, 5 нет, 6 сенсорный экран, вообще, даже не сенсорный, даже вот на этом они выигрывают, у всех выигрывают, потому что у кого-то был бы сенсорный, а здесь поставили хороший, не сенсорный, потому что сенсорные — это позор, позорные сенсорные экраны, а здесь настоящие, надо пальчиками нажимать, все как мы любим, друзья. Разрешение 24 бита, вот где вы видели еще плеер с разрешением 24 бита, а здесь поддержка 24 бита. DSD-256 разрывает, друзья, разрывает всех. Лучше плеера я просто не встречал. И звучит он настолько изумительно. FIUX 7, Шозиален Плюс, грязь под ногами этого плеера, друзья. Он реально стоит свои 100 баксов. Вот реально очень хорош. Занесли мне денег, и он стал настолько хорош, что я просто не знаю даже. Я буду им пользоваться вот ближайшие 15 минут после съемки данного ролика, потом положу его, не знаю, где-нибудь на видное место, чтобы люди смотрели, какой хороший у меня плеер. Усилитель, друзья, думаете, тут обычный усилитель? Думаете, обычный? Texas Instruments LMA6643, кто еще похвалится таким усилителем? Мощный, 250 милливатт, 250 IPS экран, друзья. IPS, то есть самые последние. Вот сенсорные, думаете? Нет. Сенсор — это все лажа. Это для лохов придумано, для дураков. Настоящие мужики жмут кнопки. Посмотрите, какие кнопки. Посмотрите, они металлические. Это металл. Есть винты, можно разобрать. Если вам интересно, разбирайте. Отлично, интерфейс. Вот интерфейс, кто-то там спешит куда-то. Нет, интерфейс настраивает нас на то, что спешить не надо. Нажал кнопку, отдохни, полежи. Все произойдет, действительно все будет. Выходы 2, есть линейный выход. Где вы еще видели плеер с линейным выходом? Друзья, за $100 два выхода. Офигеть, потрясающий, друзья, просто плеер. Громкость 100 шагов. Эквалайзер есть, здесь даже есть эквалайзер. У многих плееров дорогих нет эквалайзера, здесь эквалайзер есть. Русский язык, друзья, настоящий русский язык, который все знают, и других обычно никто и не знает. Установки есть, автоотключение, таймер сна, блокировка, потрясающий. Просто потрясающий плеер. Я смотрел чужие обзоры, я не мог понять, почему им этот плеер так нравится. И вот теперь я наконец-таки понял, почему. Потому что он великолепен. Своих денег стоит. Точно своих денег. Играет лучше не то, что телефона, друзья.
Стационарные ЦАПы играют ниже, хуже, грязнее. Вот только вот медом в уши X-Duo Nano D3. Он не столько хорош, он просто потрясающе. Когда вставляешь наушники, друзья, ты теряешься просто, теряешь сознание от качества, от сигнала, который идет вам прямо в уши вот из этих разъемов через любые наушники, друзья. Любые самые дешевые наушники втыкаете, и настолько он хорошо звучит, что ну редкий вообще, очень редкий плеер так хорошо звучит. Я, например, даже вот так навскидку представить не могу. Разрывает всех. Вот у меня был до этого, что Fio X7. Ну что такое Fio X7? Здоровый, как-то там играет. А этот маленький, как он играет? Басы. Есть басы. Средние частоты есть. Вот все частоты есть. Как у Fio X7. У X7 есть басы, здесь есть басы. У X7 есть средние частоты, и здесь есть средние частоты. И высокие там, и там есть. Ну в чем можно быть? В чем отличие? Тот стоит 20 штук, этот стоит 6. Намного дешевле, выгоднее, конечно, намного выгоднее его брать. Вес 70 грамм, очень здорово. Файлы папки не удаляет. Вот, есть плееры, которые могут все поудалять, а этот плеер, вот не надо ничего удалять. Если ты закинул музыку, ее надо же послушать. Зачем-то ты ее закинул, зачем тебе ее удалять? Слушай, закинул, значит, она тебе нравится, слушай. Куэ плохо поддерживается, ну так куэ. Aston Kern тоже куи плохо поддерживает. И что, его за это меньше любят? Или он от этого меньше стоит? Фу, это вообще, друзья, это не основание. X-Duo Nano D3 – это хит. Просто хит этого сезона. И лучше плеера представить абсолютно невозможно. По времени работы. Он работает 20 часов. 20 часов, друзья. Ну, какой еще плеер может 20 часов работать? Вот, я на самом деле, мне не хватает слов для того, чтобы выразить свой восторг по поводу данного плеера. Этот плеер просто гениальный. То есть, буквально берите 1, 2, 3, возьмите так, чтобы были про запас еще эти плееры. X-Duo Nano D3 надо взять так, чтобы у всей семьи было, еще были запасные. Вдруг кто потеряет, не дай бог разобьет, чтобы, ну, это произведение искусства. Как по звуку, так и по внешнему виду, по времени работы. И, конечно же, великолепный ЦАП. Да, он кодек, но он всем ЦАПам ЦАП, потому что он кодек, который тоже ЦАП. А кодек и есть ЦАП. Ну, в чем тогда разница, зачем платить больше? Тем более, играет 20 часов. Ну, вот так вот, друзья, такой вот обзор. Мое обновленное мнение относительно X-Duo Nano D3. Брать всем вообще, всем брать и на подарок брать. И все обзорщики правы. Действительно, X-Duo Nano D3 – это гениальный плеер. Как по звуку, по внешнему виду, по сборке. Но без Bluetooth. Bluetooth тоже для дураков. Для настоящих аудиофилов только кнопки и только провода. Вот такой вот обзорчик. Всем спасибо, всем пока-пока. X-Duo Nano D3 обязательно берите, обязательно возьмите пару штук. Это надо иметь. Пойду дальше его слушать. Он гениален просто. Реально гениален.